Через неделю наступит календарное лето, традиционная пора отпусков. Многие наши граждане планируют провести это время на море, поехать на курорты Краснодарского края или Крыма. Кто-то на автомобиле, кто-то поездом или самолетом. На сегодняшний день целый ряд южных аэропортов временно закрыты. В результате вырос спрос на железнодорожные билеты. Я знаю, что РЖД уже запустила дополнительные поезда из центральной части страны на Черное море. И очень важно, чтобы в летний период пассажирское сообщение в этом направлении работало четко, стабильно, без сбоев и в нужном объеме. У нас огромный рынок, у нас есть...